Друзья, когда в прошлом году мы перенесли чудовищное потрясение с отравленным кормом, именно тогда возникла первый раз мысль научиться делать его самим. И я начала обращаться и искать. Огромные деньги выбрасываются за корма для животных. Мы пошли другим путем, как всегда. И именно это спасло нам жизнь. Если посчитать, сколько сейчас будет стоить корм на весь приют в 3000 животных, вы можете посчитать это сами, я не буду озвучивать. Возьмите любой корм, умножьте на 3000 сумму и посчитайте. Для нас это неприемлемо, потому что приют брошен. Брошен на медленное умирание. Люди, которые помогали нам, в большей части ушли. Кто-то решил, что ему надоело быть добрым. У кого-то возникли свои проблемы, кто-то переключился. Иногда говорят: ой, я про вас забыла. Ой, я в прошлом году вам помогала, я забыла. Такое тоже очень часто я слышу. Ребята, как можно забыть о жизни тех, кого мы с вами приручили и так легко бросили? Мы не шикуем. Мы едва выживаем сейчас, формируя корм из того, что есть. Это не полный рационный корм, не полный. Еще раз повторяю, мы делаем то, что в наших силах. Нам не хватает оборудования, нам не хватает финансов, чтобы закупить дополнительные ингредиенты. Мы выживаем, но именно то, что мы начали смешивать зерно и с теми отходами боен, что мы получаем, наши животные сыты и живы. Благодаря тому, что вся масса проходит через экструдер, корм обеззараживается. И та капля витаминов, которую мы добавляем, он хоть немного нормализует. Ребята, повторяю, мы выживаем. Кто-то может начать осуждать, кто-то начнет сейчас давать советы, кто-то будет охать и ахать. Я хочу сказать одно. Можете сделать лучше. Приезжайте, научите, помогите. Мы будем искренне вам благодарны. А пока просто посмотрите, как мы выживаем. Благодаря тому, что нам подарили производственную мясорубку, смеситель и экструдер, мы можем накормить наших животных. Я искренне благодарю Елену за помощь. Друзья, мы сами делаем, пусть не идеальный, но корм. Витамины. процентов зерна, 50% фарша, плюс витамины. И получается вот такой корм, который собаки едят. Это единственное, что мы можем себе позволить. Нету красоты, я понимаю, нету грану. Внешний корм не очень. Но, ребята, для того, чтобы он был красивым, нам нужна сушилка и гранулятор. В день у нас уходит 3 вот таких бигбэга, иногда 3,5. На корм животных. Именно поэтому, друзья, приют еще жив. И из-за того, что тяжелые условия, вот это зерно нам подарили девочки с фонда Хундехильф и Русланд. Благодаря им наши собаки будут кушать 5 дней. Ребята, 5 дней вот этой зерносмеси. Вот это зерно перемешано уже с фаршем. Затем оно идет в экструдер. И вот так живет приют. Самое страшное, ребята, другое. Что нам не хватает денег даже, чтобы закупить зерно. И мы постоянно вопим. Ребят, у нас в неделю уходит где-то 120-150 тысяч.
в неделю на корм животным. Именно только зерно. Так, осторожно, ребята. Теплый, хорошо, отлично. Вот такими листочками. Ну, отлично. Ребята, у нас в день уходит 2,5 тонны корма. 2,5 тонны корма. Так, это мы привезли сегодня кости. Это нам хватит на завтра. Зерна нам тоже хватит дня 3-4. Ребята, нам очень тяжело без света. Нам нужен свет в приюте, ребята. У нас есть вон. Там у нас стоят ромашкой 4 прожектора на пол приюта. А вот в другом конце приюта у нас темно. Ребята, у нас в 2 местах приюта вообще невозможно, темень страшная. Вот уже сейчас мы продолжаем кормить, ребята, с фонариками. Это не дело. Да, ребята, нам срочно нужен свет. Нам очень нужен свет, иначе тяжело. А ведь мы кормить начинаем в 4 часа дня. То есть ребята убирают с утра, потом обедают и начинают кормить в 3-4 дня. Ребят, мы не успеваем, очень быстро темнеет. Нам нужны прожектора и нужен кабель, электрический кабель. Знаете, меня часто учат, как я должна что-то делать. Вот интересно, если позвать людей сюда каждый день, побродить вот по этой грязи, попроверять ведра, попроверять тазики, проверить будки, чтобы было все в порядке, проверить, чтобы везде был корм. Как долго они еще смогут после этого давать мне советы? Я понимаю, что нас никто не заставляет это делать. Никто. Мы делаем это сами. И мы не жалуемся. Я просто говорю о том, что сидя на диванах, очень удобно давать советы, ребята. Вместо этого переведите лишние 100 рублей на приют. И вы спасете кого-то от холода, кого-то от голода, кого-то от боли. Ну, что, мои хорошие? Что, малышня? А? Вы чего буяните? А, дети? Ну-ка, быстро спать. Наплодили, бросили. Маминые, маленькие. Мы не можем делать корм для детей. Для малышей. Мы корм выпускаем только для взрослых собак. Именно поэтому везде мы кричим, друзья, мы просим, помогите нам накормить щенят. И просим у вас, когда вы хотите приехать к нам в гости, в подарок только мешок корма для щенят. Вам решать, люди. Вам. Доброго всем здоровья.